байрам дишек күңілі. Замана яшлар қолындағы. Яшлік қалабыз қазанға, универсиадыға, дүниенің хәр бүшмағыннан шая яшлар ағыла. Спорт майданындағына бара ярыш бәхәсләр, бар дүнияға құл сұзалар, дұстларға біздің яшлар. Шулай шул, біз өзіміздің яш буынменен ғұрурлана алабыз. Олар біздің халқыбыздың келесеге. Милләт халкы бергә эшли, бәйрәм итәләр. Безнең дуслык иң зур байлык дибез. Тыныч тусын өчен иртәлә. Халыктарны берләштергән, туганлаштырган олы байрам, һаван туе. Мөбарәк булһын. Байлығы, юмартылығы, ғұрурын
Дорогие друзья, в театрализованной постановке принимали участие визитная карточка Республики Башкортостан, Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Гордость города Набережные Челны Республики Татарстан, театр танца «Булгары». Лауреат международных конкурсов Ильмир Кудабаев. Ансамбль танца «Татарстан». Лауреат международных конкурсов «Популярная певица Башкортостана» Диана Ишниязова. Заслуженный артист Республики Татарстан Габидулла Гурматуллин. Популярные артисты татарской эстрады Лилия Букеева и Нияз Камаршин. Бейрам биле хурматли милләттәшләр, сабан туйлары мөбарәк булсын! С праздником вас! Дорогие друзья! Кремлевская школа верховой езды от всей души поздравляет вас с праздником Сабантуй! Совместная команда кавалерийского почетного эскорта президентского полка и Кремлевской школы верховой езды возрождает лучшие традиции государственных конных церемониалов и военно-прикладных видов конного спорта как составной части российской культуры. Показательное выступление команды на международных фестивалях и парадах уже стали доброй традицией. С искренним уважением к вам и безграничной преданностью великому конному искусству на манеже всадники Кремлевской школы верховой езды. Титульный спонсор команды — банк «Уралсиб».